Здравствуйте, меня зовут Михаил Владиславлев, я тележурналист. Я родился в Эстонии, можно сказать, что эстонский язык начал изучать с детства. Но, конечно, когда я пошел работать еще в эстонский коллектив, я понял, что мне требуется более систематизированные знания эстонского языка. Понятно, что я хотел это сделать как-то более увлекательно. И выяснил, что тогда было принято читать на работе газеты. Ну, в общем-то, партийные комсомольские газеты я читать не хотел, но я обнаружил, что есть очень интересные эстонские и спортивные газеты, я их и читал. И что самое главное, читать их можно было утром на работе, и сразу после того, как я прочитал эту самую газету, все новости можно было немедленно обсудить с моими эстонскими коллегами. Это означало, что я запоминал все новые слова, которые вычитал в эстонской статье, с одной стороны, и с другой стороны, мои доброжелательные коллеги исправляли все мои ошибки. Только что до сих пор я советую читать газеты или сейчас в современном мире, если вы едете на работу, например, в общественном транспорте, будь то там трамвай, автобус, троллейбус, вы же можете достать свой планшет или мобильник и просто почитать самое важное, актуальную новость. Потому что как только вы вернетесь на работу, вы можете об этой новости тут же поговорить со своими знакомыми и коллегами, и эстонский язык сохранится лучше. Но еще, не знаю, можно ли читать это в трамвае, советую почитать что-нибудь из статистики и, приехав на работу, удивить ваших эстонских коллег какой-нибудь невероятной цифрой.